Почти курорт в Беларуси устаканилась погода на 4-10 градусов выше климатической нормы. Накануне на юго-востоке страны воздух прогрелся до плюс 34, дул черноморский ветер. Ночью морской гусь разогнался до 19 метров в секунду. Прогремели грозы. Синоптики на пару с медиками в жару напоминают несколько правил для водителей. Валидол в аптечке, вода под рукой и остановки каждые 2 часа для прогулок. Тем временем Новый Орлеан затопил из-за сильных дождей, с водой не справилась даже система ликвидации последствий ливней. Залиты подземные переходы. В Эквадоре тоже прошел дождь, правда пепельный. Его выбросил действующий вулкан Сангай. Масса осела в 16 населенных пунктах. Один из наиболее густонаселенных городов, Гуякель, в 180 километрах от извержения практически целиком накрыло бело-серым налетом. Людям рекомендуют соблюдать осторожность и обезопасить себя, используя защитные маски. Завтра в Бобруйске будет ясно, осадков не ожидается. Оранжевый уровень синоптики сохранили на пятницу. Ветер северо-восточный умеренный, днем до плюс 32, ночью на 6 пунктов меньше. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.